чайник. И доска для разделывания осталась. Место разбомбили, мой кирпич глазом утащили куда-то далеко. Свистнули, короче, пропал. Стол разбомбили. По-своему тут что-то городили. Люди на стоянке. Ну, водопад живой, я почистил от веток. Купались люди и не почистили. Река маловодная, значит, дождик он прошел, но маловато его было. Вот он, наше купание, купальное место. Почищено от веточек, теперь можно плавать тут. Веток было дохренище. Деревья нападало еще. Зимой я тут был. Лежали они. Вот это дерево свалилось в январе еще. Так, с января тут никто не почистил, хотя тут сидели, разбомбили стоянку, сидели люди. Сейчас столик поставлю на место. Кирпич найду какой-нибудь подходящий. А, еще на камне нашел, прикольно. Он в костре был, но не сгорело. Написано, тут была уля из Харькова, 2017 год. То есть целый год она там была, в камне. Плодилась, размножалась, сидела. Мерзла, мерзла, была. Сейчас поставлю сюда кирпич, будет второй стол. Всем привет, Хухайский.